Ровно 95 лет назад в Сочи был собран и систематизирован городской архив. Сейчас он является одним из крупнейших в Краснодарском крае. Сочинская архивная служба включает в себя 10 специализированных секций, насчитывает более 200 тысяч единиц хранения. Это и фонд фотодокументов, газетные подшивки, киноленты, личные фонды известных сочинцев и государственных деятелей города. Наиболее ценной здесь считают коллекцию церковных метрических книг, где зафиксированы данные о переселенцах в Черноморскую губернию. Ее коренных жителях. Данные более чем за вековой период стали его основой, и база пополняется с каждым днем. Мы стараемся использовать документы активно, широко, всесторонне. То есть мы пишем статьи, выступаем на радио, на телевидении, делаем выставки различные в интернете, фотовыставки. Помимо своей миссии по сохранению истории города, услугами организации также пользуются и в повседневной жизни. Ежегодно здесь выполняют десятки тысяч запросов. Наш архив объединяет архивы всего Большого Сочи. То есть в июле 2016 года в состав нашего архива вошли архивы Лазаревки и Адлера. Вот. И ныне в архивных фондах находится почти 265 тысяч единиц хранения. Сейчас Сочи переживает новый исторический этап своего развития, и те документы, которые появляются в процессе этой работы, это тоже наследие. Сегодня город живет новой жизнью. Мы вносим определенные изменения в жизненный ритм города, в его статус, его положение. И те документы, с которыми сегодня вы работаете, спустя 10, 15, 20 столетия, опять же, нашим потомкам будут доставаться уже как архивные исторические материалы, и они будут смотреть, оценивать наш с вами труд. Сотрудники архивной службы города, а также архивариусы других предприятий получили сегодня в свой адрес много теплых слов и поздравлений, а также грамоты и благодарственные письма от имени мэра и председателя городского собрания Сочи. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.